Этот ролик – продолжение к практике «Двойное восприятие». Помните, есть ролик, где я рассказываю практика двойного восприятия, которая очень классно помогает утихомирить ум, точнее, не утихомирить, а перевести его в режим дешифрации информации вместо активного включения и разбазаривания энергии. Это практика, когда я играющий, я наблюдающий за играющим. И вот я иду по улице, я играющий, идущий, и я наблюдающий за идущим. И вот эти вот периодические переключения на «я включен в игру», «я наблюдаю за игрой», они позволяют нам достаточно четко контролировать те процессы, которые идут в нашей жизни, и осознавать их, и осознанно запускать другие процессы и другие сценарии в жизни. Да? То есть у нас появляется элемент осознанности. Давайте я сегодня подкину еще третью составляющую к этой практике. Это «я играющий», «я наблюдающий за играющим» и позиция «я создающий эту игру». И попробуйте потренировать. Вот просто на улице, за рулем, еще куда-то. Я едущий, я наблюдающий за едущим, я создающий игру, я едущий и я наблюдающий. Третья позиция очень хорошо тренирует ответственность и возвращает Бога назад. Невероятно хорошо. И самое главное, в какой-то момент она приводит к тому, что вы начинаете осознавать, что именно вы формируете и создаете эту игру. Удачных тренировок, друзья!